Савина Елена Александровна, ведущая семейного клуба «Трезвости». Встреча влюблено. Название клуба «Встреча» – это аббревиатура. В семье трезво радуемся единой чистой атмосфере. Наш клуб основан 25 декабря 2012 года. На наших встречах присутствует до 9 семей. Но иногда, конечно, бывает всего лишь 6-7 человек. Большая часть – родственники зависимых. У нас проходят мастер-классы, но вообще это правильно называется арт-терапия. Января 2018 года наш клуб отметил первый юбилей – 5 лет. Мы рады всем, кто приходит в наш семейный клуб «Трезвости. Встреча». И, конечно же, мы живем с девизом «Победа неизбежна».